Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. 3 года назад Лейсан Утяшева оказалась в центре скандала из-за неосторожного высказывания об обязанностях в паре. Гимнастка заявила, что те, кто не умеет готовить, не до женщины, и каждая должна радовать избранника кулинарными сюрпризами. Анна Заворотнюк была неприятно удивлена словами спортсменки. 25-летняя Анна поделилась своим негодованием в личном блоге. Правда, называть имени виновницы не стала, однако догадаться было нетрудно, о ком именно шла речь. Недавно видела отрывок интервью, где одна известная женщина говорит, что не готовят только не до женщины. Мне эта фраза резанула слух. Я не считаю себя не до женщиной, но и готовить я при этом не люблю. Реально делаю это раз в месяц, может реже. И то это что-то вроде отварных яиц. Постоянно заказываю еду. Это экономит время. Приносит ее буквально за 20 минут. Безумно вкусно, да и по цене получается то же самое, что и купить продукты в магазине. Поэтому абсолютно никакой надобности в готовке я не вижу, делилась мнением дочь актрисы. Она также отметила, что нервничает, когда приступает к кулинарным экспериментам. Я жуткий перфекционист, и когда у меня что-то не получается, меня это триггерит. А готовлю я плохо, но в одном из моих пунктиков по жизни есть такое, что я хочу освоить этот навык. Так же, как и вождение. Просто потому, что он полезный. Может, пока он мне и не нужен. Но мало ли, когда-то понадобится. Подписчики поддержали звездную наследницу в комментариях. Они поделились личным мнением на данную тему, заявив, что не для всех готовка является удовольствием. Нужно все делать в удовольствие и по вдохновению, особенно готовить. Любое осуждение и навешивание ярлыка – это неправильно. Я считаю, что у каждого свое. Я обожаю готовить. А подруга моя любит убираться, но не любит готовить. Многие до сих пор считают, что женщина обязана готовить, убирать, ублажать, следить за детьми. И при этом выглядеть идеально, словно ничего не делает, негодуют пользователи сети. К слову, сердце Анны уже много лет не свободно. При этом девушка не раскрывает личности возлюбленного. Оставаться в статусе инкогнито желает сам избранник, а вот сама Заворотнюк мечтает рассказать о нем поклонникам. Напомним, что более 2 лет Анастасия лечится от рака мозга. Семья актрисы предпочитает не разглашать подробности состояния. Однако публика постоянно задает бестактные вопросы дочери артистки Анне. 25-летняя Анна Заворотнюк призналась, что устала от вопросов любопытных людей. По словам девушки, если бы ее семья решила поделиться информацией, она бы давно это сделала. Это так странно, когда многие вокруг знают о том, что происходит у тебя в жизни, знают, кто ты. На деле была у врача, просто обследование, 2 женщины в кабинете. В месте, где ты вообще не ожидаешь никаких личных вопросов, начинается: а это правда, что пишут? А то, а сё, ой, я прям плакала, когда узнала. Когда узнала, плакала я, написала наследница актрисы. Дочь звезды моей прекрасной няни отметила, что даже с близкими знакомыми не обсуждает здоровье родительницы. Я понимаю, когда спрашивают друзья, очень благодарна за то, что они и не спрашивают, а если делают это, то предельно тактично. Но когда абсолютно незнакомые люди начинают задавать вопросы, вопросы, которые мне неудобно даже озвучить, я чувствую себя обезьянкой в клетке, но моя жизнь не цирк, я закрытый человек, и была бы моя воля, я бы абсолютно все хранила в себе, мне так легче, порой просто хочется стать невидимкой, поделилась Анна.